Тимуровцы 21 века. Так пенсионерка Людмила Суркова называет приходящих к ней волонтеров городского штаба всероссийской акции «Мы вместе». После звонка в штаб они приносят продукты, лекарства, помогают оплачивать услуги ЖКХ. Я же выписываю газет всю жизнь. Вот отсюда я узнала. Позвонила по телефону. Это большая помощь. Это очень большая помощь. Без них нам вот старым людям не обойтись. Никаких сложностей и путаницы не возникает. О безопасности тоже позаботились. Волонтера и заявителя связывает общий секретный код. Во-первых, я обучаюсь на направлении социальной работы, и это как бы даже прям потребность такая. И просто самой захотелось помогать людям. Сначала поступает заявка в колл-центр, она оформляется, затем она отправляется волонтерам. Волонтер с этой заявкой, со списком продуктов, идет в магазин, покупает все необходимое, прикладывает чек и приходит вот к нуждающимся, к тем, кто сделал заявку. Заявки на приобретение продуктов за счет средств заявителя и доставку принимают в колл-центре городского волонтерского штаба «Мы вместе» по телефону горячей линии. Сюда могут обращаться пожилые жители Самары, те, кто проживает одиноко, ограничены в передвижении или находится на самоизоляции. Заявки передают в районные филиалы городского штаба, а там адреса распределяют между волонтерами. Обращение принимают с 9 утра до 6 вечера, с понедельника по пятницу. Ольга Хамракулова, Сергей Баскин. События.